Однако обоюдоострый меч, который помогает обретать бесценные вещи, можно использовать и для их защиты. Я думаю, что для мужчины может быть нечто более. И он добивается этого ради себя, а не ради кого-то еще. Это мечта. В мыслях того, кто посвятил всю свою жизнь выковыванию одного единственного меча. Мечта может главенствовать на всем мире.